Способность сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека формируется у ребенка после 10 лет. После 10 лет только происходит миелинизация тех зон коры, то есть это нейроны не только связываются друг с другом, но и покрываются специальной миелиновой оболочкой, которая делает эти импульсы связи между нейронами по-настоящему плотными и функциональными, в 10 лет. Вот. До этого вы можете сколько угодно рассказывать ребенку про то, что вы чувствуете, он это слышит как шум, как звук водопада. Он не способен понять это, потому что он не способен представить ваш внутренний мир, ваши мотивы, ваши желания, ваши эмоции, ваши переживания там, и так далее.